Позже, после ссылки, Пушкин как-то не интересовался уже театром. Наверное, разочаровался. Изменения в жизни требуют изменений на сцене драматической, говорил он. Но о театре он не забывал. Он, конечно, бывал в театре, так было принято, но как-то ничего нельзя найти. Если раньше он говорил о театре, много писал о театре, то после он писал для театра. Так он написал Бориса Годунова и Михайловскому. Позже в Болдине он написал 4 маленьких трагедии, так называемых. Это «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Но при жизни Пушкина ничего из его драматических произведений на сцене не появлялось. Хотя его большой приятель, знаменитый трагик петербургский Василий Андреевич Каратыгин, хотел сыграть «Скупого рыцаря» в свой бенефис. Но это было в самом конце января 1837 года. И в этот день хоронили Пушкина. И Каратыгин отказался от своего бенефиса, отменил его. Вот.